поехали на юбилейный туда. А тебя где-то высадить так, чтобы... Да. Ну, блин, сейчас сумки, я не знаю, что ты возьмешь, не возьмешь. Это в районе Союза, да? Ну это за кварталом сразу метро, то там садик какой-то через. А, где метро, да, понял, сверху. Смотрел отсюда. Да. Рублей 200. Сейчас к ним подойдешь, они начнут 500, 700, 800. Не-не-не-не, ну 250 от силы. Слушай, все как вокзал, а они местные, сейчас повезу. Набери, попробуй 565, самая дешевая, блин. Вообще рублей 160-170 выйдет. ЖД вокзал под эстакаду, скажи. На ЖД вокзал под эстакаду. Машины есть вообще? Короче, по метро до на Шевченко. 116 или 146, короче. Вон стоит, кстати, он с фишкой. Все. Можешь ради интереса узнать.